Рекомендую всем этот парк. Этот парк самый лучший. Я сейчас тоже поеду вон туда. Вот. Главное зацепиться. Только я достать не могу. Тяжелок достать. Вот, еще. Все, я поехал. Хорошо? Как ты пришел, ну? Так, принцесса, это тебе. Спасибо большое. Это прямой звонок? Ну, это да, ты попал в мой сторис. Нормальные поклонники мне цветы дарят. Ну, давай, передай привет. Всем привет, ребята. Солнечному человеку передайте тоже привет. Захламите сторис сердечками, лайками, огоньками. Жгите, давайте поднимем. И поднимем до миллиона подписчиков. Лучше бы я тебя не просил ничего говорить. Да, да, три, да, ровненько, четыре, да, ниже опускайся, шесть, давай, 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 раз, два, три, давай, 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 четыре. Молодец, быстрее. Пять. Красиво. Эй, где сирень сорвали-то? На площадке. Максим. Не ешь сосисоны. Что, вкусный?
Аура очень чистая, очень редко бывает такая аура, без помет, без ничего. Цвет обалденный, творческий, цвет творческого человека. Вот такой вот удивительный подарок из Украины. Ты шишки туда лучше не кидай. Почему? Максимка. Ну, потому что тут сейчас будем еду делать. Шишечку подкинуть, да? Шишечку попарить. Ай! А вилка не... Тебе поснять. Трудной недели в кабаке загудели, коньяки сынам дали, кайф нам не поломали. Друзья, как думаете, супруга не обидится, если я ей такую надпись приготовил на торте? Супруге не понравился этот торт, я решил сейчас новый заказать. Вот с такой надписью. Как вы думаете? 2:30 ночи. И я что? Король не сплю. Я король не сплю, да? Вот мне тут подсказывают. Я не король, а принц.